Всем привет! Мы только что провели ночь в самолете и приехали в город, который первое сравнивают с Дубаем, и второе, у них примерно одна природа происхождения, а именно нефть. Мы где? Баку. Мы в Баку, об этом наш выпуск. Аэропорт Баку просто суперсовременный. Несмотря на то, что был полный самолет, мы вообще не заметили очереди на погране. Быстро достаточно прошли его, без каких-либо затруднений. Все, в принципе, есть в аэропорту, вообще достаточно комфортный и удобный. Сейчас с помощью приложения такси мы вызвали такси и поедем в отель. Да. Сколько обещает стоимость? $6. $6, примерно? 35 километров. А что, отлично? 6 утра, город потихоньку просыпается. Поднимается потихонечку солнце. Сейчас начало ноября, и здесь тепло. То есть по ощущениям реально плюс 17 градусов. И вышли в пешеходный Баку. Это вот одна из улиц, близких к старому центру, такой Арбат. Первое, конечно, что впечатляет, причем приятно, это вот такие вот дома. Что мы заметили по самолету, что дети старше 10 лет, они не говорят на русском, только на азербайджанском. А дети младше 10 лет, как раз таки говорят только на русском, ну и знают азербайджанский. Долетела эта группа ребят, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, и вот было любопытно это заметить. Странное явление, да? Наверное, не странное, просто одно время здесь язык русский прям вообще запрещали, не разрешали его учить, не разрешали репетиторов, но сейчас вот резко ситуация изменилась в обратную сторону, и вот русский снова модно учить. Рядом с вот таким вот небоскребом стоит небольшая церквушка. Это армянская церковь. Да? Да. Старая. Ну, сейчас не функционирует. Сейчас не функционирует, потому что особо прихожан не осталось. Не будем подробно рассказывать про этот конфликт. Там ничего хорошего нет. Но я думаю, что зрители наслышаны о нем. Таких прогулочных территорий, парков в центре Баку достаточно много. В принципе, все вот пешеходные пространства, они вот примерно так и выглядят. Куча скамеек, где нет бомжей, между прочим. Парки, куча фонтанов. Фонтаны здесь работают круглый год, но в определенное время. Мы никак не могли понять вчера, почему они днем не работают. И увидели, что на самом деле они включаются вечером вместе с подсветкой, чтобы было эффектнее. Если посмотрите внимательно, то у меня сейчас все очки покрыты пылью. Это все потому, что сейчас по всему Баку идут строительные работы. И они идут массово, централизованно и сразу. То есть никто ничего не растягивает. Видимо, это связано с тем, что сейчас туристический сезон окончился по факту. И нужно успеть до следующего сезона. Видимо, летом здесь запрещают ремонтировать. И правильно делают. И правильно делают. Очень правильный подход. Это мы не очень правильно приехали. Потому что наш отель сейчас полностью фасад ремонтирует. Улица нашего отеля полностью вся в лесах. И вот мы прошли вот буквально 300 метров, и вот такая вот пылища, слой. Но
мы сами виноваты, что приехали в туристический сезон, а вот ребят за такой подход стоит только похвалить, в отличие от греков, которые не стесняются в самый разгар, даже я бы сказала, греков-киприотов, в самый разгар туристического сезона ремонтировать или строить новые дома. Про азербайджанскую кухню. Она очень вкусная и разнообразная. Она очень отличается от грузинской, это совсем другая еда, но тоже все такое очень жирное, вкусное, с овощами, с орехами. Я бы очень рекомендовала. И с гранатами. Да, в каждое блюдо сладкое либо не сладкое добавляют гранаты. Ну, это выглядит очень красиво, но кусать гранаты неудобно, они с косточками. А сейчас мы идем в один из ресторанов, где подают традиционную кухню, пробовать местные кутабы, шашлыки. И пельмени. И пельмени. Пельмени тут выглядят не так, как мы привыкли в Сибири. Мы сначала решили выпить кофе по-турецки, перед тем, как приготовят еду. Все-таки это у нас завтрак и обед. Приносят вот в таком виде, просто очень красиво. То есть кофе, вода, чтобы запивать. И какие-то сухофрукты, чтобы их жевать. А сначала все это выглядит вот так. Подождите. Вот так. Класс. Уже целый ритуал. Да, мы заказали еще айран. Это местный напиток. И азерчай зеленый. Это базбаш. Угу. А, очень вкусный бульон здесь. Бывает с мясом, бывает с фаршем. И нам сейчас кутабы принесли. Спасибо. Это кутаб, такая вот лепешечка. Мы взяли с сыром и зеленью, и с мясом. Чем-то напоминает чебурек, но на самом деле не разный чебурек. Это лаваш, сначала намазывают слой начинки, закрывают и припекают, да? Отлично, вообще. Тонкий, сейчас будем пробовать. А это пельмешки. А как они называются? Гюрза. Типа грузинский хинган, но немного маленький и... С фаршем. Ну, это очень вкусная штука, на самом деле. По форме похоже на китайские пельмешки, по вкусу похоже на грузинский хинкали, но это азербайджанский. Гюрза. Заходим в старый город Баку. Путь лежит через ворота крепости. Сейчас пройдем сразу по улице, где снимали фильм «Бриллиантовая рука». Наверное, этот момент, где подскальзывается Город Панков и ломает руку. Ну да, вообще это должно было быть в Стамбуле. Ну, какая разница? Сразу стены крепости. Да? Да, толстые. Главное, сильность. Руками не трогай. Извините. Он приятный просто, на ощупь. Одевай давай. Дайте я буду блондинкой. Какой он приятный. Так. Натуральный? Так, очки надо выбрать. Надеюсь, что нас не засудят, но я теперь похожа на Тинькова. Это только наше личное мнение. Слушайте, ну такая штука гладкая. Я не знаю, наверное, шелком покрывают. У меня волосы не такие гладкие, как вот этот вот баран. Ну все. Это же баран, да? А сколько стоит такая штука? Мужик. А сколько стоит? 100 манат. 100 манат и... И вы Тиньков. В старом городе развита навигация. Написано, куда идти, чтобы посмотреть. Номер аудиогида. Можно, наверное, даже аудиогид взять и послушать. Еще здесь возят на небольших таких электромобильчиках, трамвайчиках. То есть я думаю, что территория достаточно большая. Но мы лучше пройдемся. Смотри, раритетные вещи продаются, всякие кувшины, подсвечники, вон там чайник. Нет, вот на такие цветные вещи просто залипаешь. Вот штуки для питья кофе и чая. Очень красиво. А, есть цветные такие же, смотри, тоже. Это видимость для чая, вот это для кофе. Очень классный, кстати, подарок для тех, кто любит пить кофе. Идем по улице Кичик-Кала. Как раз где-то здесь подскользнулся герой фильма «Бриллиантовая рука». Ну, а потом произошли события, собственно, всего фильма. Где-то тут ему замотали несколько самоцветов. А сейчас здесь разъезжает машины.
Здесь тоже очень много кафе, заведений, все зазывают вас. Ну, наверное, все-таки в эти места не стоит заходить. Нужно пройти чуть-чуть дальше за крепость. Здесь все-таки больше на туристов все ориентировано. Кстати, вот дядька стоит ровно как в фильме и поджидает, когда кто-то подскользнется. Наверняка. Уже раритеты на дорогах Баку. У нас таких уже давно не встретишь. А у этого техосмотр 2018 года. Если свернуть с главной улицы, попадаете в такие узкие лабиринты. И причем здесь тоже все очень аккуратно и красиво. Да, вот это все жилые дома. Так вот выглядят у них подъезды, парадные. Достаточно узкие лесенки и при этом очень высокие двери. Потолки вот в этих домах просто нереально высокие. Цистерны. Написано, шли только в 2012 году, когда реставрировали стену. Цистерны какого-то там древнего века, чуть ли не 10-го. Весь старый Баку состоит из кафе, вот их прям тут ставят, и отелей. Не знаю, живут ли здесь местные, катапульта стоит здесь не случайно. Упоминание о городе Баку начинается с 700-х годов нашей эры. И примерно тогда уже Баку регулярно фигурирует в разных и источниках информации, в большинстве случаев иранских. Гранатовый сок. Тут все гранаты, это главное, что такое колоритное в Азербайджане. Везде добавляют гранатовые зернышки, ну и, конечно же, делают сок. Гранаты здесь очень плотные. Тут косточку особо не прожуешь. Видите, какие ягоды вообще? Зернышки прям отборные. Заходим в дворец Ширваншах. Такая резиденция шахов из рода Ширван, получается, как-то так. Долгое время Азербайджан — это была часть Ирана, и, соответственно, шахи делили его территорию. Область вокруг Баку и сам Баку принадлежала вот Ширваншахам, и дворец был построен, собственно, ими для укрепления здесь государственной власти. Ну, вообще они были, Кать, вассалами Ирана. Да. Ну, то есть они вроде бы и были отдельным государством, но и полностью подчинялись Ирану. Вот там на карте изображена их область примерно, по сути, половина текущего Азербайджана. Сейчас карта проявится. Вот их часть темно-зеленая, да? А, да. Дворец, кстати, строили очень долго, на протяжении 400 лет. Основные постройки — это 1400-е года. С 12 по 16 век. А в 17-м уже забросили. По всему музею организованы выставки различные. Тут какие-то подушки, сумки, носки, ложки, это украшения, тапочки. Удобные, кстати, с подушечками на пятках. В Азербайджане арабский использовался буквально до начала 20 века. Дворец включена мечеть и баня. Бани пока не вошли, а вот мечеть спереди меня. Усыпальница Ширваншахов. Как обычно, выполнена достаточно богато, как принято в мусульманском мире. И типично банный комплекс, как в любом дворце шахов. Вода вступала в водохранилище, которое в соседстве здесь стеной. Правда? Да. Хамам по-арабски. Крупные в Баку, их тоже много, как и в Греции, и в Израиле.
Ну, правда, они многие вот с такими ошейниками ходят. Надеюсь, что они антиблошные, да? Антиблошный у тебя ошейник? Что такое чистый? Чистюля, зачем ты чистюля в пыли ковыряешься? Не знаю, не знаю. Хороший котик, хороший, да? Нравится, нравится. Песенки, чего не поем? Давай, не ленись, песенку. Давай песенку, песенку. Зверюги в боку вот такие живут. Не поймешь, но вот это здание, которое кажется с окнами и ковром, оно нарисовано. Согласна? Да, и выглядит эффектно на самом деле. Да, и вот мечеть слева нас очередная. Конца 19 века. Еще одно нарисованное здание. Так случайно можно в улицу уйти, на самом деле, в стену. Все-таки Баку не похож ни на какой город вообще. Это не Тбилиси, это не Стамбул, это не какие-то марокканские, тунисские города. Он вообще другой немного, полностью. И рассматривать его прям здорово, реально. Так что спокойно тратьте весь день на старый Баку. Самая старая часть города Баку, Девичья башня. Снизу бани, интересно, не функционируют? Мне кажется, нет. Во-первых, на территории кафе. Во-вторых, про них ничего нет в путеводителе. Ну ты ешь, а кто-то парится. Так поем, интересно. Попарился, да. Все придется лезть вот по такой вот скрученной узкой лесенке вверх. Ну раньше она наверняка была деревянная. Кстати, Девичья башня тоже включена в список ЮНЕСКО. Это самое старейшее здание Баку из сохранившихся. Примерно 8 век. В башне используется немного мультимедийного материала, который очень хорошо вписывается вот в контекст. Во-первых, это происходит неожиданно, и потом до конца очень хочется досмотреть. Но не каждая здесь выставочная фигура так обрисована. Современные технологии. Круто вообще. Так что пока вы поднимаетесь наверх, здесь есть небольшой музей оружия. Билет, кстати, стоит 10 манат. И почему, Катя, эта башня такая важная? Ну, во-первых, она действительно одно из самых старых строений. А вообще у нее есть такая легенда, естественно, как у любого кавказского народа, красивая, связанная с любовью. А есть такая легенда, по которой отец влюбился в свою молодую и очень красивую дочь. Ну, дочь, естественно, это не очень старая, он и сказал: «Построишь самую высокую башню в этом городе? Подумаю». Он построил вот эту башню. Говорит: «Все, говорит, построил, давай, выходи за меня». Она говорит: «Хорошо». Убежала от него, забежала вверх на эту башню и со всей дури кинулась в Каспийское море насмерть. Оно когда-то подходило прям к этой башне, но сейчас оно отошло на пару десятков метров. Но все равно рядом, по сути, вот Каспийское море. Части Баку в современный и подъехали к культурному центру Гидара Алиева. Сейчас узнаем, что там внутри расположено, какие музеи, но само здание — это просто какое-то совершенство мягкости и плавности линий.
Конечно, чтобы оценить вообще архитектурное мастерство вот этого дома, вот этого проекта и центра, нужно посмотреть на него издалека. Но можно точно сказать, что это такая гордость Баку. Это здание спроектировано, построено, ну, просто победитель всевозможных конкурсов архитектурных. Согласитесь, архитектура нового Баку сильно отличается от старого, но при этом все выполнено достаточно в таком близком стиле, и особо выпирающих лишних каких-то зданий незаметно. То есть, в принципе, все достаточно органично выглядит. Купили билеты, вход стоит 15 манат и включает в себя примерно 5 музеев. В истории Азербайджана, музей кукол, сейчас все это подробно узнаем. Нам даже выдали гида бесплатно. Так как место называется культурный центр Гидара Алиева, то здесь в первую очередь, конечно, представлены его вещи, история его власти и история Азербайджана, то есть сохранение культуры азербайджанского народа, языка. Вот несколько музеев будут как раз посвящены этому. Интерактивно здесь сделано очень здорово. Вот видите эти прямоугольники с разными годами. На самом деле, если поднести руку, нет, вот датчик, то появляется фотография. Это разные периоды жизни Гидара Алиева. О, отлично. Вот так вот можно интересно идти и исследовать. Такая вот масштабная интерактивная доска, от которой не сразу хочется уйти. В общем, что здесь представлено? Как идет железная дорога, которую нам сдали буквально вчера. Мы вот своими глазами видели кортеж турецкого президента, который ехал по центру Баку. И как раз вот он приезжал по теме, что принимали вместе дорогу, которая соединяет Баку от Тбилиси и турецкий город. Потом здесь есть, как идет линия газопровода, изображает, и как идет нефтепровод. В музее, где представлены вещи Гидара Алиева, представлен глобус международных отношений. Нажав на определенную карту, будет фотография, собственно, с руководителем той страны. Вот это вот Россия, да? Да. Ельцин. Да. Давай дальше. Англию нажми. Там будет королева. Или там будет, Маргарет Тэтчер. Центр был построен на месте машиностроительного завода. Вообще невозможно представить, что здесь когда-то стоял завод. Гидара Алиева очень мультимедийные выставки. Так, к примеру, показано, как играют совершенно разные инструменты, звучат. Вы подходите на красный коврик, шагаете на него и слышите. На третьем этаже размещена выставка «Мини-Азербайджан». По факту это самые известные памятники, здания из разных городов Азербайджана. Все это вот в миниатюре. Их порядка 60. Можно подойти, внимательно рассмотреть и прочитать. Вообще, культурный центр точно достоин посещения. Здесь интересно, очень интерактивно, совершенно не скучно. И можно узнать об Азербайджане чуть больше. Мечети, здания, башни, крепости. Все вот в мини-версии можете посмотреть на одном этаже.
очень долгие перегоны между станциями в метро. Сейчас выйдем, посмотрим на вход. Должен быть очень красивым. Это одна из центральных станций, ближайшая к фуникулеру и основным центральным достопримечательностям. Вход в Лувр. Представляете, вот, вот она, эта пирамидка. Вот просто один в один. Так вот красиво это вписывается в общий ландшафт. Ну вот, реально как Лувр. Просто... сидит на оливковом дереве попугайчик зеленый. Обалдеть! Кидается нас оливками, перелетает с дерева на дерево. Очень интересно. Под крики попугаев постепенно выходим на набережную Каспийского моря. Здесь в Баку набережная очень длинная. И гулять по ней можно, ну, прям часами. Есть на что посмотреть, есть где посидеть, отдохнуть. Многие подземные переходы оборудованы эскалаторами. Очень удобно. На набережной много скамеек, много мест, где можно посидеть у воды. Парк. И есть небольшое такое место интересное, которое называется Венеция. По факту это такая залитая водой территория с несколькими мостиками, построена по типу Венеции. Здесь даже можно, как в настоящей Венеции, походить вот на таких гондолах. Здесь водят туристов. Популярно это в основном вечером, когда все подсвечивается. Так выглядит Венеция сверху. Начинает уже смеркаться, постепенно включается подсветка. Ковры – это один из основных таких ярких товаров Азербайджана. История их создания насчитывает, ну, многие столетия. Поэтому неудивительно, что в Баку на набережной есть целый музей ковров, который рассказывает, как они производятся, какие они бывают, какие красители используются. Если решите пойти в музей ковра, то берите экскурсию, потому что одним ходить и смотреть на ковры – это как-то скучно. Ну, вот так вот выглядит он со стороны музея. И вот здесь уже явно считается, что это свернутый ковер. Эти три высотки самые высокие на данный момент в городе, их видно буквально с любой точки. Особенно они заметны ночью, а на их стеклах идут такие красивые языки пламени. Мы держим путь в Нагорный парк, он находится, естественно, на горе, и к нему можно добраться двумя способами. По лестнице, ну, подниматься, наверное, минут 30, и вы подниметесь на высоту примерно 40 этажей. Или можно на фуникулёре, который отправляется вот отсюда каждые 20 минут и заканчивает работу где-то в 10 вечера и начинает в 8 утра. Стоимость проезда в одну сторону – 1 манат. Вот такой вагончик, ходит каждые 20 минут. Сейчас постараемся занять место повыгоднее. Фуникулёр, правда, не до самого до конца вас довезет. Вот еще ступенечки, и их тут много, чтобы подняться до верху. На одном из уровней горит вот такой вот вечный огонь. Память о жертвах конфликтов разных. Мы поднялись не на самую высокую точку. Темнеет, и уже будет не так хорошо видно. Здесь, конечно, вид получше. Реально мало деревьев, которые нам сейчас мешают разглядеть все подробно с высоты. А тем временем мы постепенно перемещаемся в экскурсию по ночному Баку. Ждем, когда окончательно стемнеет и все здания начнут подсвечиваться.